Майкл Чунг родился в 1987 году в Сянтао, Хубэй, Китай, и рано заинтересовался механикой и электроникой. В 2005 году он поступил в Уханьский технологический университет, где в 2009 году получил степень по специальности «Механическое проектирование, производство и автоматизация». После окончания университета он переехал в Шанхай и в течение 8 лет работал в этой области, где помимо прочего разработал 6-суставного робота, а также зарегистрировал несколько технических патентов. В 2011 году Майкл получил свой первый опыт работы с токарными станками для часовщиков, когда по чистой случайности поступил на работу в государственную компанию, производящую часовые оборудование и инструменты. На своем рабочем месте он познакомился с несколькими часовыми мастерами и обнаружил, что токарные станки китайского производства для часовщиков, представленные в то время на рынке, были неполноценны как по качеству, так и по дизайну. В результате токарные станки, которые он использовал, часто не справлялись со своими обязанностями и приходилось использовать станки зарубежных рынков. Но и эти импортные токарные станки было трудно найти, они отличались по качеству, имели проблемы с выравниванием, аксессуары, которые были трудно найти, и страдали от отсутствия послепродажного обслуживания. В результате Майкл решил разработать и изготовить токарный станок для часовщиков, который будет иметь разумную цену, широкий ассортимент принадлежностей и высокий стандарт точности. В 2016 году он вернулся в Ухань, чтобы основать свой бизнес. С момента своего создания токарный станок CZ50 Майкла сменил 5 поколений. Он также разработал несколько других специализированных станков, таких как фрезерный станок для ЧПУ для часового производства, настольный сверлильный станок и другие станки, созданные по индивидуальному заказу клиентов. Рост бизнеса привел к тому, что он нанял небольшую команду высококвалифицированных специалистов, и все это при том, что ему всего 35 лет. Недавний покупатель CZ50, профессиональный часовщик Эндрю Джеймс из США, написал: «Вот что я знаю и почему мне нравится токарный станок CZ50 Майкла Чунга. Он чрезвычайно точен и хорошо сделан. Современные усовершенствования, такие как индексатор с ЧПУ, фрезерное приспособление с питанием, резьбонарезной станок с ЧПУ, помогает упростить настройку и сократить время выполнения сложных операций и просто делают все быстрее. По моему опыту, цанги Шаоблин B8 8-мм подходят головке и задней бабке, а фрезерное приспособление используют цанги ER11. Крестовина сделана особенно хорошо, и я не наблюдаю никаких люфтов. Она также устроена так, что позволяет использовать цифровые индикаторы как на Z, так и на X ходах. Когда я покупал свой станок, производитель был не очень известен, и это немного пугало, потому что мне пришлось платить по безналичному расчету. Цена была $5500 плюс аксессуары за дополнительную плату. Я полагаю, что каждый токарный станок собирается при заказе. Бабка, задняя бабка и поперечный стол шлифуются под индивидуальную станину, а детали имеют совпадающие серийные номера. Как только половина стоимости покупки будет оплачена, вы получите серийный номер, они соберут токарный станок и пришлют тестовые видеоролики с указанием серийных номеров и проверкой биения бабки, фрезерной головки, крена задней бабки, плоскости станины и поперечного стола и некоторых других изменений. Вместе с видеороликами поставляются руководства на USB накопители. Они не самые лучшие, но во всем довольно легко разобраться. Как и большинство традиционных часовых токарных станков, CZ50 имел высоту центра 50 мм. Но для большинства моих работ мне все же нужен более крупный токарный станок для многих операций. Я полагаю, что Майкл работает над CZ70 версией, которая была бы идеальным размером для меня. Thank you.
Thank you.